вас какой регламент? 6? Ну, из 3 партий. В смысле 6. 3 партии? По 6 геймов? Ну да. А. Три сета, короче. Три сета. То есть это матч. Матч полный. То есть один раз сыграл и можно идти домой уже. То есть 2000 отыграл. Не, да вы-то как-то посеялись. Я тоже сыграл это самое. Я не знал. Это вообще. Я сыграл, взял фамилию. И мне прислали тест. Ну я поиграл, так что. Пошли. Да.
ничего я не взял, я не ожидал, что ты. Блин, по сути, водички попить? Нет. Ноги заедает, вытолплю. А,
дай мяч купить. Thank you.
был. Продолжение следует...
30, да? Да,
пенсионеры. Не, нам продлили.
вы первую подали? Да, потом ты сравнял 1-1, и сейчас ты 2-1. Блин! Ну я просто, что надо было... Ты 2-2! 2-1 выведете, да? Да, да. Прохорова, помните, с этим Голубкиным? На политехе. А, ну, вроде бы да. Да, вот там. На политехе, в смысле, там у них в городе? Гидротехника, на гидротехнике есть два корпуса. Вот там. Потом в клубе ученых, в этом самом, Жера Салферова, там зимой мы все время играем. Ну, это такой вот да. Новый там, около парка, да? Да, да, да. Да. На музыку. Да, там у них два корпуса, вот там. Там вроде один корпус. А, на улице? Значит? На улице два. Дали один, там Любар тренирует, Жень. Он нам дает на зиму. Корпус нормальный. Ну тогда, как говорится. Я утром синий. Можно на кирпич? Да.
да, но ракетки новые. Новая ракетка, у меня кто смотрит, блин. Да. Это 99-я голова. 99-я голова. Она очень хорошая. Вот. Можете попробовать, давайте, если. Вот этот вес какой надо, чтобы. 310. Нет, 320. 320. Я чуть ошибаюсь. Ну, у вас это. У меня вот старая компакта. Ну, у вас 324. Я чую. 324 грамма. 300. А первый это баланс. Это баланс. Это баланс. Башка. Да. Башка у нее. Надо вот сюда посмотреть. Ну такая ракетка станет. Это станет. Я как раз хочу, на шоумена мне говорили, приезжайте, там остались они скидки на них за 9000. 9000, да, я ее забрал. Это Дель Потро играет. Классная ракета, мне нравится. Блин. А что такое здесь голова? Такая, как ваша? Нет. Нет, это голова поменьше. Ага, 600. Это, извините, это очень маленькая. Ну я, хотите, покажу, как я на самом деле играю. Это сегодня. Это очень маленькая игра. Я сказал, что сегодня придется рубиться. Ну что-то так, я знаете, я вас не встречал, я говорю, посеянный. А я обычно играю вот такой вот. Ну это федереровский Протас. Это сабровская, я говорю, или федереровская. Ну это очень старый. Это старый, 340. У меня есть, я ее очень люблю, у меня есть федереровская ракетка, но голова. Маленькая башка, да. Вообще. Здесь, вы понимаете, нам возраст, да. Это, наверное, нам надо чуть-чуть. Уже все. Вот попробуйте, это вот сейчас давай. Ракетка вот затяжка. Она мне как ракета, она таскает? Не, это тяжелая ракетка для игры. Плечо сорвал есть. Да. Вот, кстати, и можно сорвать. Там вода осталась, это еще умяло. А это куплю. Ура! Вот, чувствую, что там. На ней упали цены, она 15 тысяч стоила. Это 15 тысяч. Ну сейчас ее за 9. 9, да. Поеду завтра, сегодня. Сейчас надеюсь, что буду почаще играть. Вас Михаил, третий, нет? Утром спину прострелила, я, блин, к врачу, а она говорит, я уже ушла. Так я и поехал. У меня не было сегодня такой подачи, чтобы... А я вижу, что-то вот как-то вот у вас не вот есть что-то, но вот вы не до конца играете. Да, прострелила. Я сегодня так... Ну ладно, говорю, пойду все равно. Спасибо, что дождались. Вчера сыграл.
Тягомотина. Вот я с ним как-то что-то так, первый так как-то так подскочил, ну типа как может быть с вами так раз так. Ага. Как-то пока посмотрел. А потом он убегался и как начал тянуть вам. И тоже как вышел на булиты. Еле-еле. Я думал, ну все. И он бегает и бегает. Ничего не бьет, он бег посылает. Ему надо до утра бегать. У вас такой такие красивые, у вас такие вот топ-спины, а у него. Не-не. Умучил меня. Еле-еле выиграл. Я взял тренера, мы с тренером начали это самое заниматься, много чего мне подсказал. Это тренер вот. Такой реальный тренер? Ты вообще заместитель или? Не, он просто класс. У вас тоже вот вы стоите, она рука вот здесь, и вы бьете, да? А вот надо сделать. Вот. И вот да. Так, чтобы она уходила, а я вот здесь останавливаюсь. Да, я так бью, но сегодня у меня это самое, да? А для этого надо себе давать... На соперника попробуйте смотреть локтем. Да. Вот, угу. Вот вы вот мы с вами играем, да? Вот попробуйте вот вы выйти вот так. О, да. Да, да сразу вот, как-то вот прицел, чувствую. Знаете, как прицел. Да. Вот как, чем выше вы поднимете, тем у вас вот это движение выше. Будет хлесткое. Да. А так оно сейчас все резано. Все резано. Да, вот это тык-тык. Тык-тык-тык. Тык. А тут вот. Вот. А когда вы потянете плечо назад, то она самостоятельно выйдет. Не надо ее сюда вести. Вы ее раскручиваете, она сама уходит. А отсюда она уходит вот сюда, вот в эту сторону. То есть у меня сейчас. Вот она. Раз.